29 июня 1944 год. Привет из Нижнего Ломова. Здравствуйте, Митя. С комсомольским приветом к вам, Лида. Митя, письмо ваше получила, за которое очень и очень большое спасибо. Все же вы умеете держать свое слово. Митя, вы меня, конечно, извините, что я вам обещала принести бумаги и не принесла. Правда, здесь была не моя вина. Я несколько раз ходила в отделение, но найти вас не могла. Митя, Николай Рудобаба поехал 27 июня 44 года. Его отпустили домой на 6 месяцев. Митя, я извиняюсь за нескромные вопросы, которые я напишу ниже. Меня очень интересует, почему вы в Хабаровске. Все-таки у вас украинская фамилия, а вы в Сибири. Митя, когда вы лежали в госпитале, мне с вами не пришлось поговорить, поэтому я не знаю вашей автобиографии. Митя, прошу вас написать, чем вы занимались до войны, где ваши родные, откуда приехали в Ломов, вернее, с какого госпиталя, на каком направлении были ранены. Это о вас. Теперь напишу несколько строк о Ломове. Он не изменился, все тот же. Театр сейчас не работает, а в кино пойдешь, то билетов нет, то света. А картину пойдешь смотреть, так не хватает терпения досмотреть до конца. Звук паршивый, лента рвется без конца. Так что писать не стоит много, сами знаете, видели. Так что можете судить, как мы проводим время. Митя, работаем все по-старому. В госпиталь сейчас не ходим, там никого почти не осталось. 16-й палаты нет, в госпитале сейчас идет ремонт. Митя, живем не нашим, не вашим. Я очень вам завидую, что вы весело проводите время. Как сейчас я хотела бы попасть в хороший театр и посмотреть хорошую постановку или оперу, а в нашем Ломове будешь сидеть не с места. Где-то идет новая картина, а сюда пока пришлют, пройдут года. Митя, что вас будет интересовать, пишите, я вам отвечу. Митя, привет от всех наших. Особый привет от сестер 4-го отделения Маруси Солдатовой и Гали. Большой привет от Розы Зайкиной. Митя, напишите, как идет жизнь в Хабаровске. Ну пока, до свидания. Жду ответа с нетерпением. Пишите, Митя. Если можете, вышлите свое фото. Я буду очень благодарна вам. С приветом к вам, Лида П. Адрес старый. Пензенская область, город Нижний Ломов, Октябрьская улица, 111, ПЛС.